Здравствуйте. Французское телевидение должны были быть в курсе. Спасибо. Виктор Иванович, c'est donc là que l'équipe de France va loger pendant l'Euro 2012? Здесь будет располагаться французская сборная во время Евро 2012? Да. Ça c'est le rôle. Наши призы. Les prix, Coupe les UEFA. Le Coupe de UEFA. На второй помочь смотреть историю. Есть, располагаются тоже номера футболистов в этой зоне. Номера футболистов здесь располагаются. Ceci les chambres des joueurs par On va déplacer le lit, on va changer le lit. Il y aura un lit de 1,40 m sur 2 m. То есть, другими словами, этот номер будет предназначен для одного футболиста. Donc, cela veut dire que dans chaque chambre, il n'y aura qu'un seul footballeur. Здесь располагается обеденный зал футболистов. Здесь тоже будет команда французская. Да. Il y a déjà des demandes spécifiques qui ont été faites par le staff français? Какие-то были особенные требования расстановки столов? Да, ну, один стол для всех на 20-23 человека и три стола на 6-8 человек. On a demandé de faire une seule grande table pour 23 personnes et 3 ou 4 tables pour 4 ou 6 personnes. Это тренажерный зал. Где футболисты находятся, располагаются. Вот здесь располагается бассейн и две залы. Так называемая русская парилка. Это душевые. Les salles de bain. Массажные. Гидромассажные ванны. Со строением. Les salles de massage. Après le jeu, les joueurs de foot se sont massés pour le match. Это так называемый итальянский дворик, зона релаксации. Здесь футболисты отдыхают, пьют чай. Здесь располагается бильярдная, теннисная, шахматы, шашки, где футболисты могут провести отдых, так как у себя дома.